Приветствую тебя, путник. Я Браурт. Буду рад, если ты найдешь минутку, чтобы заглянуть в мой трактир на кружечку горячего эля и послушать одну из моих многочисленных историй. Обещаю, тебе понравится. И всем привет, с вами Некрос. Сегодня мы играем в Доту 2 1 на 1. Соломит за инвокера против СФа. Так, играть мы будем инвокером огненным, как вы уже поняли. Закупились на максимум дэмэджа. Дэмэджа реально много стало. 62. Тычка. Ой, да ладно, я не добил, что ли? Странно. Да, что-то я, по-моему, переоценил. Вот. Мы будем использовать наш урон во благо. Так. Я маленько не успеваю все контролить. Что поделать? А вот СФ неплохо, кстати, добивает. Красава. Мы будем пушить, стараться. И максимально эффективно использовать нашего фаржа. Не отвлекаясь на какие-то... Ну, стараясь не отвлекаться, конечно. На какие-то вещи такие... Вот это я, в принципе, предвидел. Это нормально. А, это он должен был это сделать. Это понятно, да. Так, вызываем форжа, окей. И что-то как-то уже надо... Подождите, я что, в крипа, что ли, дал? Да ладно, нифига. Вот это я даю. У меня недавно была такая ситуация. На Бонни я играл, и чувак дал в крипа за свой на стан. Вот сейчас у меня такая же ситуация, походу. Так, мне приходится на клавиатуру иногда посматривать, чтобы не терять. Не терять из виду кнопки. Во, у СФ уже... У СФ уже тычка нормальная. Так, а я сейчас могу получить от башни. Надо бы за руны сходить. Сейчас у нас как раз... фазы будут. Все, кура поехала. Будет он добивать его? Окей. А, все. Испугался парень. Потому что может получить. У меня урон с руки большой. А вот и фазы. Вот с фазами будет поудобнее. Так. Так. Ой. Недоразумение. Это было недоразумение. У меня форс что-то отъезжает. О. Теперь я даже не знаю, может вардик купить? Потому что я СФа не вижу. Ой, ну это прям очень больно. Это прям что-то прям очень больно ему. Инвокер пламенную речь. Задвигает, как обычно. Так, и мы будем теперь покупать... Будем покупать что? Мы будем покупать ветра. Чтобы поднять СФчика, да, на ветра и убить.
Вот это я, конечно, да. Так, давай, давай, кура. Что нам еще нужно будет? Вот это нам нужно будет. Рунка. О, волшебство, прикольно. Теперь мы сможем кастовать чаще. Чаще. А вардик я все-таки намучу себе. Ой-ой-ой, поздновато я пришел. А то не видно. Без вардика не видно. Ну и как по куру нужно апгрейдить. Тоже не мешало бы. Все, давай, лети. Кого элементаль? Лигория? Кого? Так, больно получает СФ. А на восьмом уровне у меня, на девятом, по-моему, будет два голема. О, фаржа, сори. Ага. Это опасно, опасно. Опасненько. Это уже опасно. Ты чё, парень? Он полностью восстановится сейчас. Это ж не дело. Мне и вар так не поставить будет, если он... Если он будет так... стоять. Вау! Спокойно. Спокойствие. Только спокойствие. Отлично, я так вот и хотел сделать. Разменяться с ним на один килл, а второй килл мой победный. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Отличная победка. И я вам желаю удачных каток и хорошего настроения. Всем пока!